хочу показать участок. Он больше связан с тем, как исправление ошибок. Ну, такое часто бывает, я думаю, у всех. В целом, поле должно быть вот такое, чистенькое, сое здесь. Здесь был почвенный препарат, здесь также был Базогран плюс Хармони в свое время. А есть участок, где не было почвенного препарата, тут небольшая полоса. И на этом же участке был Базогран плюс Хармони, но по этому году этого, к сожалению, недостаточно. И приходится повторять работу. Также и злаки здесь есть. Так вот, этот участок на самом деле был уже с переросшей марью. Здесь даже был огрех. Базогран первую волну снял, а вот со второй как бы, ну, можно сказать, не успели. Здесь была повторно отработана Базогран плюс Хармони, но в дозировке уже Хармони было чуть больше, где-то в пределах 10 грамм, а Базогран 1,5 литра. И вообще, что тут самое страшное? Да, самое страшное, конечно же, это марь. И марь достаточно такую вот переросшую. Эта схема, можно сказать, взяла. Потому что марь себя чувствует сейчас не очень комфортно. Так как марь еще и атакует какие-то насекомые. Так как растение уже более слабое. То есть оно все растение в каких-то дырках, язвах. Ну и плюс не такое активное. Соя начинает уже развиваться. Здесь также уже был противозлаковый препарат. Поэтому соя через какое-то время уже будет совсем свободная. То есть такие... Ну ничего, это хороший такой опыт, хороший такой пример. Лучше поздно, чем никогда. На мой взгляд. Уже бить до последнего. Соя себя чувствует достаточно нормально, комфортно. Есть небольшие ожоги на листьях, некрозы, ну то есть она отходит. Но в основном это, конечно же, от Хармони, Базогран. Вот на практике, сколько наблюдаю за этим, соя практически не ощущает, ну, на своей шкуре, можно сказать так. Потому что бывало даже на делянках работал с большей дозой, больше чем 3 литра, и все хорошо получалось. Так. Вот такая вот картина. Это иногда, знаете, ставит вопрос, работать или не работать. Лучше, конечно, не исправлять ошибки или исправлять их по минимуму. Иначе это слишком будет дорого. Соя и переросшая марь. Пока держится. То есть такой вот есть эффект. Сегодня 14 сентября. Уборка сои. Пока еще не молотят, еще утро. Влажно, обслуживают технику. Здесь есть такой участок стыковой, характерный для этого года. Это край. Здесь
Получилось так, что весной успели сделать краевую гербицидом почвенного действия Dual Gold, а далее с другой стороны этого же поля гектар, наверное, 50 накрыли, и часть оставили по той причине, что просто уже погода не позволяла, и соя была на выходе. Что здесь получилось? Весной здесь работали по Загран плюс Хармони, но эффективности, к сожалению, может быть, так сложилось, может быть, слишком рано сработали. То есть не было такой, какой бы, может быть, хотелось. Это вот как раз стык одной технологии и другой. То есть здесь Базагран и плюс Хармони, естественно, сработали лучше, там, где был почвенник. Там, где его не было, естественно, хуже. Ну и плюс засорение здесь тоже было существенно. Что здесь происходило дальше? Так как пошло засорение, марь стала перерастать, пришлось работать по Загран плюс Хармони. Потому что с этим нужно было что-то делать. И почему здесь вот есть такие вот заросшие участки? Эти участки — это больше стыковые, да, наверное, вот лучше вот так сказать, опрыскиватели, которые здесь работал, который здесь вот на разворотах отключался. То есть это не сплошное поле, это огрех. Это можно назвать огрех. То есть соя, естественно, здесь не растет. Соя чувствует себя некомфортно. Здесь на этих участках я их, кстати, наверное, все же снимал. Я заезжал сюда, надо посмотреть. Естественно, здесь была марь. Марь была присажена, сильно присажена, хоть и переросшая, потому что она до сих пор здесь есть, она перебаливает местами. Не сказать, что ей было комфортно, то есть получила свою дозу гербицида и чувствовала себя некомфортно. Но есть участки, где совсем не попало гербицида. То есть вот такая вот картина. Эти пятнышки здесь есть, они небольшие диаметром. Если они просто вытянутые к краю поля, то есть диаметром, может быть, до 10-15 метров. А здесь вот как раз участок, где все же преобладала марь, она на тот момент ее было, естественно, больше. И вот гербицид Базагран и Хармони. Это уже была вторая обработка. Базагран и Хармони. Вот здесь. Поэтому здесь вот поле относительно чистое. Конечно, соя тоже получила свою дозировку гербицида. Она страдала. Марь даже есть, которая переросла, мучилась, но и высохла. То есть есть марь, которая так и осталась вот в таком виде, в котором ее, наверное, настигла участь. В целом, как бы это вариант, это работа над ошибками, поэтому здесь нужно стремиться к тому, чтобы соя была чистая, не отпускать эти моменты. Потому что если ты уже положил 3 рубля, тебе нужно, это и грубо, тебе нужно делать все, чтобы их уже и не потерять. Потому что ты потеряешь еще больше. Что вот есть такой вот опыт, он не единственный. То есть были такие случаи, и приходилось исправлять ситуацию. Но соя достаточно в итоге получилась чистая, хотя в момент обработки казалось, что скорее всего марь отойдет, но марь
в этом году была не такой